Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодняшняя тема очень важна для тех, кто любит цветы. Я вот высадила свои петунии в вазоны и каждое утро, выходя и наблюдаю, видите, вот насекомые объедают цветочки. Вот вообще весь изъели. Я сначала не могла понять, почему объедают именно петунию, видите, объеденный лист. Но потом попробовала сама листик петунии, и оказывается, он сладкий и ароматный, напоминает по вкусу лепестки роз. Поэтому они выбирают именно петунию и объедают в первую очередь вот эти дорогостоящие гибридные сорта. Как уберечь свои цветы красивые от такой напасти? Конечно, обработать. И если при обработке пекинской капусты, редиса или брокколи, когда я говорила, что при обработке от вредителей нельзя применять средства с длительным сроком хранения, потому что мы кушать их будем очень быстро, то с цветами все наоборот. Можно применить самые сильные средства. Вот как я говорила, что там фитоверм с трехдневным сроком ожидания для капусты применяем, а молнию нет. Опрыскать цветы, обработать вот от этих вредителей можно любым средством. Даже тем, которые действуют 30 дней, 45 дней, очень сильно действующие. Обработайте, и тогда вредители, наверное, может быть, будут меньше кушать вот эти вкусные наши красивые цветочки. Вот такой нюанс, что цветы, так как мы не кушаем, можно обрабатывать любыми. Даже если на каких средствах не написано, что для цветочных культур, все равно можно ими побрызгать той же искрой. 30 дней, целый месяц она будет сохранять наши цветы от вредителей. До свидания. Добавляйтесь в друзья. Всем друзьям я рассылаю все свои статьи и видеоматериалы о выращивании цветов, овощей. Заходите на Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Вот видите, как изгрызли. Некоторые вообще съедают до основания цветочки. Такие красивые и уже все обгрызанные. Все, до свидания. Помогите своим цветам. Обработайте их, и тогда их не будут кушать насекомые. До свидания.